В Белграде проходит чемпионат мира по боксу. В составе национальной сборной страны выступят четверо боксеров Дагестана. Курбан Байрамбеков, Вадим Мусаев, Джамбулат Бижамов и Шарапудин Атаев. Напомним, все они выиграли в этом году чемпионат России в Кемерове. Первым из дагестанцев 29 октября в ринг выйдет Курбан Байрамбеков, вес до 54 килограммов. На стадии 1/16 финала ему противостоит шотландец Мэтью Макхалем. Напомним, победителей и призеров чемпионата мира ждут солидные гонорары. 100 тысяч, 50 и 25 тысяч долларов США за первое, второе и третье места соответственно.